Приветствую всех подписчиков и гостей своего канала, и сегодня я хочу с вами вместе рассмотреть ICO такого проекта, как Forestring. Forestring – это мобильный сервис для социальных сетей. Он основан на технологии блокчейн. На данной платформе пользователю предоставляется все необходимое. Сеть Forestring будет доступна любому человеку без необходимости предварительного знания криптовалюты или блокировок. Новая концепция предполагает создание сетевой платформы, которая позволит пользователям реализовать ценность создания контента. Сеть Forestring предназначена для обеспечения вознаграждения за создание контента и системы распределения доходов для поставщиков. Все типы контента имеют право на вознаграждение, потребление и поддержку в контентной системе. Forestring надеется внедрить новую экосистему, состоящую из представителей Forest, членов, это члены сообщества, работающих над концепциями нетворкинг, подключения и взаимодействия. Экосистема также будет себя включать очень много разных функций. Так, ну вот тут на сайте, кстати, ссылочка будет на официальный сайт в описании данного ролика. Здесь вот есть white list, white paper. Заходите обязательно, ознакомьтесь. Информации достаточно много. Вся она довольно-таки понятная, даже если пользоваться переводчиком. Если вы не знаете английский язык, ничего сложного нету. Читается, можно сказать, на одном дыхании. В общем, советую вам зайти ознакомиться. Так, а часть Forestring работает как блок-сеть для социальных сетей, которая в рамках децентрализованной системы распределения справедливой стоимости. Ядром системы Forestring является предоставление финансовых услуг для поддержания вознаграждения за контент. Это будет доступно через учреждение цифрового финансирования, ну, вот будет Forestring Bank, и также будет еще лаборатория Forestring. Помимо поддержки деятельности в сети, существует поддержка сообществ и маркетинговая деятельность создателей контента. Также система создает очень удобный пользовательский интерфейс. Целью Forestring является предоставление пользователям удобного сервиса, который будет интуитивным, а не проблемным сервисом. Будет также очень простая биржа монет. Кроме этого, Forestring позволяет пользователям повысить ценность своего контента, предоставив для них безопасную платформу конвертации, чтобы получать деньги взамен. Ну, то есть, вот опять, что мы из этого видим, что будет довольно-таки удобно. Можно будет продавать свой контент за токены данного проекта, а потом эти токены, ну, после листинга на бирже уже можно будет очень удобно и быстро продать и вывести уже непосредственно биткоин в эфир или фиатные средства. Там уже на ваше усмотрение, ну, вариантов очень сильно много, как обналичить все эти средства. Ну, давайте теперь немного тезисно поговорим про данный токен. Название аббревиатуры токена будет Python. Он будет ERC-20 на блокчейне эфира. Всего будет доступно 24 миллиарда токенов. А на продажу выделяется 40%, то есть 9 миллиардов 600 миллионов токенов. Также. Так, вот более подробно roadmap. Ссылка. Ну, это такая, как бы кратенькая. Из нее видно то, что сейчас идет Q3. Они разрабатывают white paper версии 1.0. Ну и прочие
мероприятия галочками, вот отмечено, которые уже закончились или которые идут. Также будет уже доступно альфа-тестирование платформы в 2018 году, совсем, кстати, скоро. А в 2019 году уже будет открыта веб-версия проекта. Потом будет интеграция на мобильное приложение, на Android, на iPhone. Ну и дальнейшее развитие данного проекта. Также здесь вот очень подробно можно ознакомиться с командой данного проекта. Все ссылочки, как всегда, кликабельны. Очень удобно все сделали. Можно глянуть на LinkedIn членов команды, какой они имеют опыт, чем занимались. Ну, сразу скажу, что команда довольно-таки достойная. Вот у них очень солидные адвизоры. Ну, заходите более подробно, ознакомьтесь сами. Или это могу сделать еще видеообзор дополнительный в следующем ролике именно по команде данного проекта. Да, вот у данной платформы хочется отметить, что очень крупные партнеры, среди которых такие как Sony, Bbox, Google, это должно сразу же кое на какие мысли наводить, да? Вот Universal у них в партнерах. Такие серьезные компании не будут заключать партнерство, ну как сказать, ну с кем попало, да? Вот BBC, L'Oréal, Olay, Secret есть. Ну, мне этот проект довольно-таки сильно понравился. Также вот на сайте удобно предоставлены новости ихнего проекта. Ну, также я предпочитаю лично смотреть в социальных сетях, таких как Twitter, например, или Medium. Ну, все ссылки будут доступны в описании данного ролика. Обязательно заходите, ознакомьтесь. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Кому понравилось, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизы. Ну и всем удачных инвестиций. На этом все. До новых встреч.